Зимняя игра «Зорница» собрала в поселке Развилка 12 команд старшеклассников со всего Ленинского района. Юношам и девушкам предстояло показать умение ориентироваться на местности, пройти туристскую полосу препятствий с различными переправами и даже выполнить некоторые военные задания. За ходом игры наблюдала наш корреспондент Татьяна Акимова. Команды начали прибывать примерно за час до выхода на старт. В ожидании начала соревнований ребята повторяли основы топографии, еще раз вязали узлы и, конечно, общались с давними друзьями. Это как бы весело, объединение наше, как бы есть чем заняться, не сидишь дома. Победа здесь не так уж важна для нас. Мы знаем, что в чем-то у нас есть изъяны, нам нужно чему-то поучиться. Обязательным условием участия в «Зорнице» являлось присутствие в команде хотя бы одной девочки. Но так сложилось, что в большинстве команд юношей и девушек было поровну. Мне кажется, что у девочек лучше получается, это очень хорошо. И что у них так пальчики, можно что-то разбирать. Девочки не такие ленивые, как мальчики. После торжественного открытия напутственных слов, получив короткий инструктаж, команды разделились на две группы. Одна, дожидаясь выхода на дистанцию, осталась на базе. Здесь для ребят были подготовлены три этапа. Творческий – нарисовать стен газету, тут проблем не возникло. Следующий – интеллектуальный – распознать топографические обозначения. И этап вязания узлов. Академический, прямой, восьмерка, грейпвайн, брамшкотовый. Какой кому узел достанется, решал случай. Баллы начислялись за время, а штрафы за перехлесты. Очень волнительно. Руки дрожали. Вообще мы тренировались на других веревках, потолще, подлиннее. Немножко некомфортно. Надев снаряжение, участники другой группы выходили на туристскую тропу, которая пролегала в лесополосе неподалеку, и сразу на огневой рубеж. Из положения лежа три выстрела по мишени. Получалось, далеко не у всех кто-то не смог выбить ни одной заслонки. Этот этап, так же как и метание гранат, новое в зимних состязаниях. К слову, новшества появляются каждый год. Детям интереснее, каждый раз что-то новенькое, что-то для них необычное, такая маленькая интрига. И это, в общем-то, подстегивает детей, то есть добавляет интерес и добавляет азарта. Но традиционные туристские испытания остались неизменными. Наибольшую сложность в прохождении вызывала навесная переправа. Здесь важно было не только быстро, но и правильно пристегнуть карабины. От этого зависит жизнь того туриста, кто находится над пропастью. Возьми эту карабину, пристегни, ей неудобно. Она висит и делает все. Пускай она держится лучше двумя руками. Стоп! Штраф! Далее спуск, подъем с системой страховки, затем паутина. Только с первого раза кажется, что перебраться просто. Паутина натянута слабо, ноги то и дело попадают не туда, спускаться можно только кубарем. И в конце трассы переправа по параллельным прямым. Кстати, в 10-х юбилейных состязаниях решили участвовать юные туристы из 10 школ района и Центра детского творчества «Гармония». Вне соревнований шла команда москвичей, учеников Ватутинской школы. Нам сегодня очень приятно участвовать в соревнованиях, проводимых в Ленинском муниципальном районе. И сегодня мы приехали к друзьям поучаствовать в этих соревнованиях. Школьники проходили все этапы дружно, проявляли взаимопомощь. Как и во всех соревнованиях, здесь были лидеры и отстающие. Однако главная цель «Зорницы» – дать возможность мальчишкам и девчонкам осваивать что-то новое, тренироваться, приобретать опыт, достигнуто. Это же пригодится в жизни все-таки. Узлы вязать, по канатам забираться, на гору забираться, на какие-то... Все то, что мы делаем в обыденной жизни. Знаем теперь, где ошибки были. Будем готовиться. Действительно готовиться к весенним соревнованиям. Татьяна Акимова и я, Дамия Елена Кошелева, «Видное ТВ».